Вичи – это торговая марка продуктов питания, которая известна во всем мире. Наиболее покупаемыми продуктами под торговой маркой Вичи на рынках Центральной, Восточной и Западной Европы, а также Скандинавии, стран Балтии и Азии являются рыбные и мучные изделия, а также изделия из сурими. Все эти продукты производит группа компании «Вичуны». Производитель продуктов питания с мировым именем. В группу компании «Вичуны» входят 9 фабрик из разных европейских стран, 17 дистрибьюторов, реализующих продукцию на всех континентах, и несколько десятков центров логистики. Всего группа компании «Вичуны» состоит из 47 предприятий, действующих в 17 странах, на которых трудится 6500 работников. Группа компании «Вичуны» является самым большим в мире закупщиком сырья сурими. Из сурими на заводах производят замороженные и охлажденные крабовые палочки, изделия из сурими в панировке, а также другие, пользующиеся популярностью, закуски из сурими. Изделия из сурими под торговой маркой Вичи можно приобрести в 35 странах. Другой, чрезвычайно популярный вид продукции группы компании «Вичуны» – это рыбные изделия, филе из сельди, изделия из икры, копченая скумбрия, семга, горбуша и тунец, а также рыбные палочки разных видов. Филе из сельди Вичи дозируется и упаковывается при помощи новейших технологий, позволяющих отказаться от ручной работы и ускорить процесс производства, а также фасовать изделия из сельди в упаковке уникальной формы, которые можно легко открыть и плотно закрыть. Технологи группы компании «Вичуны» постоянно ищут новые и вкусные сочетания рыбных изделий. Рецепты икры с разными добавками стали одними из самых популярных, созданных нашими технологами. При копчении семги, горбуши, скумбрии и тунца группа компании «Вичуны» использует натуральные опилки из ольхи. Группа компаний «Вичуны» также производит большой ассортимент продукции из панированной рыбы.
такой широкий ассортимент и большие объемы производства панированной продукции мы можем предоставить потому, что все процессы производства автоматизированы. Группе компании «Вичуны» принадлежит единственное предприятие в странах СНГ, имеющее оборудование для автоматической очистки креветок. Салаты из сельди или сурими под торговой маркой «Вичи» продаются на всех 5 мировых рынках, где реализуется продукция группы компаний «Вичуны». Ассортимент продукции группы компаний «Вичуны» не ограничивается исключительно морепродуктами. Группа предприятий также производит много качественных мучных продуктов. Все пиццы под торговой маркой «Вичи» производятся на современном оборудовании, которое почти полностью исключает из производственного процесса ручную работу и сохраняет лучшие вкусовые и пищевые свойства продуктов. Пельмени под торговой маркой «Вичи» производятся по самым современным технологиям в мире. В новую фабрику по производству пельменей группа компании «Вичуны» вложила более 10 миллионов евро. Производственная мощность линии составляет более 1500 килограммов пельменей в час. Команда технологов, работающая в современных лабораториях, постоянно ищет новые уникальные рецепты.
Прежде всего, для производства пельменей личи тщательно отбирается сырье высочайшего качества. Охлажденное мясо, которое используется для приготовления начинки, перемалывается уже на фабрике. Изысканный вкус пельменям Вичи придают уникальные комбинации специй, разработанные специалистами Вичуной. Группа компании Вичуной также производит пельмени с начинкой из свежих овощей. Продукты восточной кухни, используемые для приготовления пельменей, такие как чеснок нарциссолистный или лапша из сладкого картофеля, поставляются из Азии. А сыр тофу производится на фабрике группы компании Вичуной, поэтому он всегда свежий. Тесто для пельменей Вичи производится только из пшеничной муки самого высокого качества. В процессе производства из него удаляется весь воздух, а само тесто раскатывается до необходимой толщины 0,8 мм и составляет не более 40% от общей массы пельменя. Остальную часть массы составляет начинка. Ее во всех пельменях Вичи не менее 60%. Перед заморозкой пельмени Вичи проходят пастеризацию, что делает их микробиологически безопасными. На фабрике по производству пельменей Вичуной производятся пельмени трех различных видов. Традиционные – со свининой, курицей или говядиной. Восточные – с овощами, со свининой и овощами, с нежными овощами. И более современные – с лососем, с курицей, с сыром и грибами, с треской и овощами, с морепродуктами, с овощами. Группа компании «Вичуной» не только производит продукты питания из морепродуктов и муки, но также предоставляет услуги по перевозке продуктов питания, логистике и складированию. Все грузы перевозятся современными транспортными средствами со специальными холодильниками и навигационным оборудованием. В холодильниках температуру можно регулировать от 0 до плюс 5 и от 0 до минус 20 градусов Цельсия. А навигационное оборудование, установленное в грузовых машинах, позволяет заказчикам во время перевозки груза получать о нем всю необходимую информацию. Группа компании «Вичуной» не только качественно и быстро перевозит замороженные и охлажденные продукты питания по всей Европе и Азии, но и хранит их на складах, соответствующих категории А. Группа компании «Вичуной» особо ценит и дорожит своей торговой маркой «Вичи». Поэтому вся продукция под торговой маркой «Вичи» соответствует самым высоким международным стандартам в области производства продуктов питания. Производственные процессы не представляют угрозы для окружающей среды, многообразию популяции рыб и морских обитателей. Группа компании «Вичуной» успешно работает и расширяется с 1991 года. Главный гарант успеха – слаженный и постоянный коллектив работников, а также тесные отношения с партнерами по бизнесу. Тек «Вичуной» посетики своего партнера, тек мусу партнеры. На самом деле, как «Вичуной» доверяет своим партнерам, так и наши партнеры доверяют нам. Все было в жизни и хорошее, и плохое, но наши партнеры всегда были партнерами и, думаем, останутся ими еще надолго. Мы думаем, где приобрести предприятие или учредить общее предприятие с бизнесменами из Южной Америки, Африки, Азии, чтобы оказаться как можно ближе к сырью.
Сегодня наши самые главные инвестиции вкладываются в расширение каналов продаж, то есть тех каналов, через которые мы можем продавать нашу торговую марку «Вичи». Вичуной Групп. Производитель продуктов питания с мировым именем.